саженцы магнолии и гибридный сентинел вырастают в компактные кустарники или деревья с очаровательными крупными цветами. Крона очень раскидистая, ветви спускаются до земли, плотно осыпанные крупными розовыми цветами с длинными овальными лепестками. Цветение начинается в апреле-мае, при хороших условиях для растений цветет повторно в конце лета. Взрослый крупномер дорастает до 3,5 метра в высоту. Магнолия гибридная сентинел великолепно смотрится в садах и парках. Достоинства: высокая декоративность, морозостойкость до минус 25 с. Что нужно учесть? Молодые саженцы нуждаются в защите от ветра. Предпочитают плодородную, влажную и слегка кислую почву. Магнолия гибридная сентинел – это дерево. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.